Они раскрывают таланты и воспитывают доброе и светлое в юных саровчанах. Накануне Дня учителя в художественной галерее чествовали педагогов культурно-образовательных учреждений. Руководители поблагодарили их за колоссальный труд и неоценимый вклад в интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения. Это самая важная профессия на Земле. Чему-то человека научить, воспитать его. И в нашем случае отдельным привить любовь ко всему прекрасному, заразить его нашей одержимостью тем, чем мы занимаемся. Это же очень здорово. И получить в итоге нового члена общества, который дальше будет передавать эти знания потомкам. Вы учите их правильно мыслить, вы приучаете их к прекрасному, играть на музыкальных инструментах, писать стихи, красиво рисовать. И ведь кто-то из них выбирает искусство в качестве своей будущей профессии и уже в будущем радует нас, простых саровчан, своими талантами. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых идей, новых ярких достижений вам и вашим ученикам. С праздником! Сотрудники музеев, библиотекари, преподаватели вокала, музыки, хореографии и дизайна. Творческие люди, которые готовы вместе со своими воспитанниками на самые смелые эксперименты и открытия. Все как в тексте популярной песни. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Юные саровчане часто становятся победителями и лауреатами крупнейших конкурсов и фестивалей, демонстрируя высокий уровень образования в Сарове. Ваша положительная энергия, которая бушует всегда, способна очень сильно заряжать, побуждать к деятельности и очень часто настраивать на такую очень серьезную рабочую волну. Уровень вашего профессионализма, ваша компетентность, стремление использовать в работе все самое передовое и лучшее позволяет нам всем вместе достигать высоких очень результатов. На торжественном приеме награды получили более 20 педагогов. Галина Юрьевна Степанова преподает в ДШИ номер 2 больше 20 лет. Из них 15 – компьютерную графику и медиаискусство. За вклад в развитие дополнительного образования ей вручили благодарственное письмо Министерства культуры Нижегородской области. И педагогу есть чем гордиться. Самые яркие события, наверное, происходят каждый раз в медиа-студии вместе с детьми. Мы с ними встречаемся, мы с ними придумываем какие-то новые проекты, сюжеты, воплощаем в эту жизнь, и это здорово. По поводу проектов, те, которые нас отмечают, конечно, это радует, потому что мы понимаем, что мы делаем правильно, делаем хорошо. Фестиваль «Мультсемья» нас всегда радует. Школьные видео, фестиваль, который проходит в Нижнем Новгороде каждый год. Сейчас мы собираемся на фестиваль «Включайся, Москва» в Останкино. Медиа-студия также проводит свой фестиваль «Свободный стиль», на который организаторы приглашают всех желающих. Ярким завершением праздничного приема стало выступление детского хора «Капель» детской школы искусств. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».